Всем привет, друзья, с вами Влад Стеймус. Если вам понравилась данная реакция, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Еще обязательно подписывайтесь на Twitch, там мы смотрим аниме, различные шоу, фильмы и так далее. Чтобы не потеряться, подпишитесь на Telegram, там анонсики и много чего интересного. Увидимся с вами в ближайшее время. Приятного вам просмотра. Поехали. Гуф, Айсгер, Герт, отцы, дети, поехали. 2024. Айс Гергерт и Гуф в этой суке. Возможно, мы оба сошли с ума. Послушай, как не надо двигаться, йоу. Черный крест, но я нормально порешал с ментами. В чем секрет? Мы сами себя залутали. Отжали, толкнули, украли, достали. 8-1-2, похуй мой город с мостами. Мама красит губы, папа с дипломатом. Они тянут рубль с офисов, с кассы, из хаты. Я читал им рэп, когда был пиздатым солдатом. Мама красит губы, папа в федеральном. Мама красит губы, папа с дипломатом. Они тянут рубль с офисов, с кассы, из хаты. Я читал им рэп, когда был пиздатым солдатом. Мама красит губы, папа в федеральном. Okay. Жить среди акул непросто, я психанул. И мне не жалко богатых, я понимаю Москву. Но присядь и расслабься, блядь, это не скул. 0,5 изолятора и пол-литра кваску. Мой кузов от Ауди, амбиции Порше. Бегу за деньгами, как будто я лошадь. Аскеза на шлюх и татухи на коже. Сутенеры, мошенники, Жора и Леша. Офицеры, наемники, Тон Кокоро. Найди меня на центре, maybe Токио. Дилеру на стрите, фанату стадион. Я современный классик, а он мастодон. Мама красит губы, папа с дипломатом. Они тянут рубль с офисов, с кассы, из хаты. Я читал им рэп, когда был пиздатым солдатом. Мама красит губы, папа в федеральном. Я никогда за крышу никому ничего не заносил. Ха-ха, боже упаси. Я налоги платил, плачу и буду платить. Я добропорядочный гражданин России. Но чем старше, тем больше новых знакомых. Большинство из которых где-то далеко за чертой закона. И эти персонажи все что-то от меня хотят. А я устал от таких движух, пожалуйста, ребят. Я хочу отдыхать, вот и вы отдохните. Мне уже 45, и я персонаж сомнительный. У меня есть близкие во всех уголках страны. И такие люди на звонке вам точно не нужны. Я на доброй волне, и вы от меня отойдите. Я один из тех самых коренных жителей. Но если вам это нужно, прошу простить меня. Могу скинуть пару номеров пацанов из Питера. Видите ли, тут все не так просто. Я даже не потревожу свою поддержку из Москвы. Я не попрошу помощи у Ростова. Я скромный, если бы Ростов, вы бы точно не вышли из кома. Я всю дорогу на добром, посмотри в глаза. Я другом стать мог бы, но почему-то не стал. Вы принимаете доброту за слабость. Блять, сколько вам всем осталось? Мама сажает розы, папа с мужиками в бане. Сынок уже взрослый, вроде бы стал нормальным. Я читал им рэп, когда они не понимали. Мама жарит гёдзы, папа на диване. Мама сажает розы, папа с мужиками в бане. Сынок уже взрослый, вроде бы стал нормальным. Я читал им рэп, когда они не понимали. Мама жарит гёдзы, папа на диване. Слушайте, друзья, достаточно неплохой трючок. Мне здесь, конечно, больше Айс Гергерт понравился, чем Гуф, но и есть плюсик огромный, как по мне. Вот, это припев. Припев Айс Гергерда очень круто звучит. Вот. И зафиналил Гуф, залетел со своим припевом. Вот это, мне кажется, достаточно интересная темка. Бывает иногда, да, совместки, допустим, там у Смоки Мо с молодыми ребятами, там, или еще с кем-то, да, с нескульщиками, вот, и не хватает такого, когда на припевы в конец залетает, под конец залетает именно такой олдскульный, ну, допустим, Смокич, да, здесь Гуф залетел и с достаточно хорошим припевом, мне понравилось. По тексту Гуфа, ну, стандарт Гуф. Стандартный вообще дефолтный куплет, в принципе, да, но это мне больше понравилось, да, больше понравился этот пар, чем на предыдущем треке, где был Лил Кавказ, Димарс, там мне что-то вообще не понравилось. А вот здесь прям, ну, нормис, но больше зашел здесь Айс Гергерт, у него прям, он звучит стильно, да, классный здесь бит, не написано чей, ну да ладно, тут, нет, тут тоже не написано, ну окей.
В принципе, тречок нормис. Можно оценить даже, наверное, на 4 из 5. Гуфа, конечно, бывает и поинтереснее парты. Здесь неплохо. Вот. Цы и дети. Опять же, отсылочка, да, к знаменитому такому роману, да. Тоже темка, в принципе, тема трека раскрыта. Вот. Мне в целом норме залетело. Вполне нормально. Нормально. Не топ. Вот. Но норм. Норм. На 4 из 5 вполне себе, я думаю, окей. Окей. Ну и битос играет у меня в голове. Битос заедает, конечно. Хороший. Хороший бит. В принципе, новиночка неплохая достаточно.